Под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева на освобожденных территориях стремительными темпами ведутся восстановительные и строительные работы. Первым населенным пунктом, отстроенным заново после окончания 44-дневной Отечественной войны, стало село Агалы Зангиланского района. Населенный пункт, открытие которого состоялось 27 мая текущего года при участии главы государства Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой, был построен в рамках первого этапа реализации проекта «Умное село». Еще недавно полностью уничтоженный армянскими оккупантами Агалы сегодня является первым умным селом в Азербайджане, созданным на основе современных технологий градостроения, которое, к слову, уже ожидает своих жителей. Построен 250 домов и предусматривается построение еще 150 домов. Построена школа, необходимая инфраструктура, и бывшие беженцы по возвращению могут жить полноценной жизнью. И 15 сентября зазвенит первый звонок первой построенной школы в освобожденной территории после 30 лет перерыва. И поэтапно возвращение будет носить более объемном размере. В селе Агалы реализованы наиболее передовые и современные решения, в частности, направленные на сокращение эксплуатационных расходов и повышение уровня жизни. Возвращение бывших беженцев и обеспечение нормальной жизни этих людей предусмотрено на всех ранее оккупированных территориях Азербайджана. По имеющейся информации, уже в этом году в Шуше может быть дан старт строительству телевизионной башни для организации в современном формате теле- и радиовещания на весь Карабахский регион. Строительство телевизионной башни в городе представляет особый интерес, позволяет связать город Шуша с различными регионами нашей страны и ретранслировать передачи азербайджанского телевидения на большую географию. В этой связи, конечно, строительство этого объекта представляет стратегическую значимость. После полного завершения проекта «Умное село», охватывающего первое, второе и третье села Агалы, население получит удобный выход ко всем услугам, в том числе государственным, как в больших городах. Фарид Адилов, CBC.